привычных школьных коридоров 400 учеников 29-й школы 1 сентября ждут 5 мобильных рециркуляторов, бактерицидные лампы, новый график работы столовой и ежедневная термометрия. Все изменения ради безопасности детей в период пандемии, которая никуда не делась. Это нововведение, что ребята... Перемены не будут выходить из кабинетов, а все у них перемены будут находиться в учебном кабинете. Отменена будет кабинетная система, то есть на урок будут дети ходить, если среднее и старшее звено брать, да, они не будут передвигаться по кабинету, на урок не будут приходить педагоги. Но и это не все новшества. Школа стала участником программы по антитеррористической безопасности, в результате чего заменили ограждение. Участие во второй программе по благоустройству дала возможность обновить школьный стадион, установить площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. По новым требованиям проводить физкультуру необходимо на улице, конечно, учитывая настроение погоды. Все это делается в этом году для того, чтобы улучшить качество обучения детей. С учетом того, что они у нас конец года потеряли, я думаю, мы должны наверстать их физические возможности для того, чтобы дети могли у нас войти в Новый год здоровыми и крепкими. Чуть больше 60 общеобразовательных организаций города уже прошли проверки комиссии и готовы к 1 сентября. Рената Алиулова, новости УПРАВДА ТВ.